Привет, девочки! Меня зовут Теличка Мария, я из Украины. Я жена, мама двоих шелопопиков, сыну 6 лет и дочке почти 2 года. Я могу назвать себя достаточно организованной мамой. Но так было не всегда. Не всегда я была мамой. И когда родился сынок, стало, очень грустно по поводу организации. Хотя подружки меня называли «человек-список», потому что я очень любила писать списки. Но когда я стала мамой, как-то этот навык подзабылся. И вспомнила я о нем только тогда, когда пришла на сайт Светы Гончаровой. Там я вспомнила и то, что надо планировать, и училась организовывать быт с ребенком на руках. Но по-настоящему подружилась я с планированием после прохождения курса «Мама План». Вот честно, уже не помню какого года. И если в детстве я мечтала стать детективом, балериной, кем угодно, когда отрочество был период, я мечтала о принце. А вот когда уже стала мамой, я вообще не понимала, о чем мечтать. И вот именно на мамоплане я пошла в глубину, стала копать, а чего же я действительно хочу? И вскрылись такие очень интересные моменты. Я хочу не закисать в декрете, хочу самореализовываться, хочу видеть своих детей счастливыми, хочу, чтобы у нас было взаимопонимание с мужем. Я поняла, что эти вещи, казалось бы, такие сложно укладывающиеся в цифры, их тоже можно и нужно планировать. А после того, как было дано публичное обещание эти планы исполнять, а кроме того, были контролеры, были такие призы для себя, для исполнения планов и определенные штрафы, то все стало исполняться потихоньку, помаленьку. И через год я с удивлением обнаружила, что карта моей мечты, она практически везде можно поставить галочки. Можно сказать, что да, я этого достигла. Конечно, с Божьей помощью, потому что человек предполагает, а Бог располагает. Вот так, благодаря мамоплан, благодаря поддержке потрясающей сокурсниц, тренеров, я поняла, чего я на самом деле хочу. Вот вам я желаю, чтобы вы тоже приняли правильное решение, покопались в том, чего же вы действительно хотите. Нашли те драгоценные жемчужинки, которые у вас есть, ваши мечты, запланировали, как вы можете их достать, как вы можете их реализовать, и потихоньку, по шажочку шли к воплощению своих мечтаний. Спасибо, что дослушали до конца. Пока-пока!